Чем примечателен для вас сегодняшний танцевальный конкурс? Сегодня в этом относительно новом зале мы впервые провели рейтинг Московской Федерации танцевального спорта, впервые в качестве организаторов и впервые именно в этом зале. Неожиданно получили очень большое количество позитивных отзывов, поэтому считаем, что все прошло просто прекрасно. Да, были какие-то мелкие недочеты, но в целом мы от многих специалистов получили очень высокие оценки, что нас не может не радовать. Мы хотели бы поблагодарить Федерацию Московскую за такое доверие к нам, возможность провести рейтинг в этом замечательном зале. Надеемся, что танцорам этот турнир тоже понравился, что им понравился размер паркета, качество площадки, потому что все это немаловажно, наличие магазинов, имидж-студии, удобных раздевалок, потому что как танцоры мы, конечно, понимаем важность этого всего. Надеемся, что на следующих турнирах «Лотоса» они также приедут к нам, поучаствуют. Мы всегда будем стараться держать марку и делать все возможное для получения удовольствия и высоких спортивных результатов. Это один из рейтинговых турниров городской федерации или фирменный турнир клуба? Это рейтинг Федерации, Московской Федерации танцевального спорта в рамках Кубка Лотоса. Это фирменный турнир, который мы уже проводим, ну, сложно сказать в который раз, но в качестве организаторов мы лично проводим третий раз. Вот, и Московская Федерация, видимо, увидев, как хорошо мы организовали первые два раза, дала нам возможность провести московский рейтинг. Это называется официально отборочный тур чемпионата Москвы. Много ли было пар клуба «Лотос» на их фирменном турнире? На самом деле эти категории не совсем точно попали в нашу целевую, скажем так, спортивную аудиторию, но 5 пар у нас сегодня участвовали. Насколько успешно выступили пары клуба? Можно сказать, что 2 пары получили лучший результат в этом сезоне. Удалось ли парам добиться прогресса в сравнении с предыдущими выступлениями? Ну, мы здесь на самом деле полностью согласны с мнением судей. Это результат для пар, безусловно, лучше, чем они имели до того на предыдущих турнирах. Но нам кажется, что это реально то, чего они заслуживают сегодня. И мы очень признательны судейской бригаде сегодняшнего турнира за то, что они оценивали пары честно и объективно. Насколько сильным было представительство пар других клубов города? Максимальное представительство. Все пары, которые присутствуют в этой категории, были сегодня здесь. Нам очень приятно, что в категории взрослых танцоров Е-класса собрался состав намного больше, чем это было на предыдущих рейтингах. Это практически, если я не ошибаюсь, в два раза больше по количеству. Нам очень, в принципе, нравится, что в Москве развивается взрослое танцевание, взрослых танцевальных дуэтов становится все больше. И то, что сегодня собралось такой хороший состав этой категории, это, безусловно, огромный плюс для Московской Федерации. Мы рады, что это событие произошло именно в рамках нашего турнира. Как вы хотели бы видеть перспективы турнира? Чего пожелать ему в будущем? Конечно, мы стремимся к тому, чтобы это был очень красивый турнир с максимально качественным судейством, с красивой площадкой, с хорошими призами. И мы надеемся, что сможем поддержать марку и, конечно, развиваться, выйти на международный уровень и быть на самых лучших позициях в рейтингах московских или российских турниров. Мы также хотели бы сегодня поблагодарить команду нашего клуба, которая достаточно большая и уже опытная, потому что они принимали участие во всех турнирах нашего клуба, имеют опыт в различной работе, необходимой для турнира. Также мы хотим поблагодарить людей, которые работали с нами в обслуживании зала, питании судей, что также является немаловажным, потому что люди находятся достаточно длительное время в работе. Всех людей, которые сегодня нам помогали, мы хотели бы поблагодарить. Надеемся, что мы будем сотрудничать с ними в будущем. Медленный вас.